Не забыть подвиги, почтить память. На территории Ульяновского автозавода состоялась акция «Эстафета Знамени Победы». Ее организовали активисты заводского совета молодежи. На мероприятии собрались ветераны Великой Отечественной войны. Почетные гости передали копию Знамени Победы сотрудникам предприятия. Церемонию открыл Валентин Ушенин, ветеран вооруженных сил и труженик тыла. Несмотря на преклонный возраст, Валентин Петрович активно занимается общественной деятельностью. Меня полковник Евгений Алексеевич Зимич, он приглашает меня для того, чтобы мы проводили беседы в школах Ульяновской области. И я этим делом сейчас занимаюсь. Копию знамени, водруженного над Рейхстагом, передали предприятию. После этого состоялась церемония награждения. Руководители автозавода презентовали ветеранам цветы и памятные подарки. Организаторы считают это мероприятие не только торжественным, но и образовательным. На УАЗе трудится много молодежи. Новому поколению стоит напоминать о великих делах. Сейчас очень важно, чтобы наша молодежь знала нашу историю, помнила о подвиге наших предков, и чтобы имена Егорова, Кантарии не были забыты. Коллектив УАЗа написал письмо губернатору Сергею Морозову с предложением о расширении патриотической акции. Работники завода предлагают главе региона ввести ее в обязательную программу всех трудовых коллективов Ульяновской области. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости Улправды ТВ.